Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Dig or Die. Я прожил 12 дней, это очень круто. В этой серии, ребятки, мы с вами сделаем новую базу. Кто-то копает. Воу, откуда? Посмотрите, что они сделали. Они... Откуда они вышли? Офигеть. Я думаю, кто там скребется? Смотрите, прокопали такую туннель. В этой серии, ребятки, мы с вами сделаем базу. Ну что ж, давайте начнем. Я хочу базу сделать, наверное, внизу. Давайте так и сделаем. Тут у меня турелька чинит. Так, давайте выберем конкретно, где у нас будет база. Я предлагаю немножко отойти от нашей основной базы. Может быть, она нам еще пригодится. И, наверное, вот здесь будем делать. Окей? Так, сейчас вы сами все посмотрите. База будет крутая. Так что поддержи меня Лойсом. Подпишись на канал и... Вот. Будет очень здорово. Я буду чаще снимать. Даже Dig or Die буду снимать. Скоро Windows 7 переустановлю. Это Windows 10 было. Переустановлю на Windows 7. Потому что что-то у меня какая-то багованная Windows 7. Windows 10, точнее. Так, ладно, не суть важна. Давайте уже займемся. Займемся базой, ребят, строительством базой. У меня есть специально вот такие вот блоки, которые мы будем ставить. А, я чуть не забыл, знаете, что нам надо? Всегда, ребят, забирайте вот эту вот штуку, она очень полезная. Подожди, а где она? У меня, наверное, уже в сумке. Так, где? Я же ее с собой таскаю, да? Вот, на ноль. Да-да-да, я ее с собой таскаю, отлично. Она нам пригодится. Я хочу больше блоков сделать, давайте сейчас сделаем блоков. Вот таких. Отлично. Так, сколько штучек? Штучек 100 сделаем пока что. Вот, наверное, нормально будет. Это заберем с собой. Возьмем снайперскую винтовку. Так, и сейчас сделаем базу. Я начало сделал, а потом вам покажу, что у меня с этого получилось. Так, ребят, для этого я сделал много усиленного бетона. Давайте 150, 152. Я бы мог делать вот простой бетонную стену, устойчивость 5000, но я хочу покрепче, вот, пускай у меня будет 7000. Давайте 200 уже сделаем, чтобы же наверняка. Так, будет крутая оборона у нас. Уже полдень, офигеть, нам надо успеть это сделать. Хотя бы начало. Нам нужна будет площадка большая, довольно-таки. Довольно-таки большая она должна быть. Так, сначала быстро-быстро-быстро очистим тут все. Так, чистим. Так, ребят, пока что вот что у меня получилось. Знаете, у меня возникла проблема. У меня слишком много воды. Я должен сделать специальную площадку, чтобы вода уходила отсюда. Нам тут вода вообще не нужна. Она нам очень сильно может помешать. Так, отлично. Все, пускай вода уходит. Она вообще тут нафиг не нужна. Из-за нее могут у нас проблемы возникать. Так, вот так будет получше. Уже скоро ночь, ребята. Уже скоро ночь. У нас еще не готово тут ничего. Так, тут надо все убрать нам. Так, давайте низ уберем. Так, и так мы примерно будем выживать. Так, давайте построим. Отличненько. Тут у меня будут специально турели стоять. Я не знаю, может быть, у меня нифига я не успею. Возможно. Так, площадочку сделаем. Так, нам нужна будет лестница. Так, чтобы можно было тут ходить, отлично. Тут нам нужна будет двойная такая стена, наверное. Так. Чтобы не проломились они. Давайте сверху закроем вот это все. Все дело.
Так, отлично. Я на всякий случай тут тоже сделаю вот так. Так. Сделаем лестницу, чтобы можно было бегать. Скоро ночь, ребята. Эту ночь, я думаю, стоит все-таки пережить. Давайте попробуем здесь пережить. Офигеть, я не успел. Ребята, не успел все доделать. Если мы эту ночь переживем, то нам будет проще. Потом мы это все, все наши турельки, перенесем вот на свою новую базу. Что ж, первая ночь, 13-я. Нам край нужно отбиться, ребята. Давайте я тут заделаю. Тут мы вот так все заделаем. Ух ты ж. Так, пускай чинит. Надеюсь, переживем. Так, мне 75 здоровья, да? Отбиваемся, отбиваемся, ребята. Офигеть, они отовсюду просто лезут. Полдня нам надо, полночи пережить, потом будет проще. Благо ночи не такие уж долгие. Офигеть. Я стараюсь как могу, нифига себе. Тьма просит, тьма тьмущая. Полезли, полезли, полезли. Уходим, уходим, уходим. Где, где лекарство? Лекарство, лекарство, лекарство. Ребят, ну у нас единственный шанс. Нам надо было сбежать. Вы сами видели, какая там напряженка была. Офигеть просто. О, они еще лезут, они еще лезут. Офигеть. Так, запрыгиваем. Пока что отсюда отбиваюсь. Потом продолжим. Иногда приходится просто сбежать, ребят. Потому что по-другому вы не переживете ночь. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Ой-ой-ой, плохо-плохо-плохо дела. Так, быстро копаем, быстро-быстро-быстро, иначе умрем. Где аптека? Где аптека? Сколько? 25. Офигеть. Уплываем, уплываем, ребята. Сколько нам надо пережить? Уже утро. Мы пережили первую ночь. Так, тебе просто надо отбиться и резко вернуться на базу, чтобы достроить нашу оборонительную базу, потому что она нам очень сильно сейчас нужна. Если мы ее не построим, то считай, мы трупы. Считай, нам хана. Смотрите, как много их. Подожди, где мои аптеки? Неужели у меня все, закончились аптеки? Я без них не переживу. Сейчас пробуем скрафтить аптеки тоже. Офигеть. Так, собираем ресурсы. Да что же у вас так много-то? Не дадут вернуться назад. Блин, после ночи много тварей еще осталось. Фу, ребят, это было что-то с чем-то. Мы пережили ночь, но уже сложно переживать ночи. Сами видите, что происходит. Происходит ужас. Что вообще? Вообще ужас, сколько это происходит. Собираем бодрости. Нифига себе, мы довольно-таки далеко от дома отошли. Тут что-то живое осталось у нас. Одна турелька, офигеть. Так, идем на свою новую базу. Тут надо все нам почистить. Так, тут ничего не должно быть лишним, поэтому ставим блоки вот такие. Так, собираем, отлично. Единственное, вот здесь сделаем, наверное, дорожку. Ой-ой-ой. Ну-ка, валяй сюда. Так, делаем дорожку. Так, это все забираем.
Ставим сюда блок. Так, давайте посмотрим, куда именно его поставить. Так, давайте сделаем. Отлично. Если что, тут спрячемся. Пускай тут будет блок у нас пока что. А что у нас по аптекам? Хотя бы по простым аптекам есть? Да, давайте простые аптеки хотя бы сделаем. Так, все, теперь давайте подумаем о турельках. Какие можно тут турельки сделать? Алюминия у нас нету. То есть мы можем делать только простые. Допустим, вот такие, да? Раз, два, три, четыре, пять. А, все, да? Так, света. Можно больше света сделать? Давайте я предлагаю сделать свет. Так, идем сюда. Придумываем место, допустим. Сразу сюда, допустим. Свет пускай будет, допустим, тут у нас. А, я могу только на пол, да, ставить? Ладно, сюда поставим. Давайте сюда поставим свет. Пускай тут внизу будет свет, свет у нас. Лампочки. Отлично. Так. Блин, а куда я блоки-то деваю? Так, убрали. Давайте. Ух ты, нифига себе, они что, порушили уже, что ли, эти блоки? Поставим сюда свет, чтобы освещение было. Так, ну примерно с освещением мы разобрались. Вот эту гору хочу убрать. Она нам будет мешать. Мы сделаем идеальную оборону, наверное. Не факт, конечно, но постараюсь. Так. Убираем все лишнее. А где мои турельки? Это первые турельки будут? Да блин. Знаете, как я хочу сделать? Пускай вот тут будут турельки. Вот тут будет турелька. Вторая будет. Тут турелька. Раз. Давай два. А, все, да? Не, вот эту мы уберем, давайте. Одну. Одну сюда поставим, другую. Поставим вот сюда. Так, пускай они тут уже обороняются у нас. Так, тут мы не до конца, конечно, все доделали. Сколько надо? Железо. У нас что, уже железо закончилось? Офигеть, так быстро же заканчивается железо. Так, ребят, ну что ж, нам надо за железом пойти. Так, пока что одну турельку поставили. Ну, в общем, примерно поняли, да, то, что я хочу сделать? Попробовать отсюда отбиваться. Так, будет лучше. Полдня уже прошло, офигеть. Дойдем ли мы до сюда или нет? Так, это я сюда, наверное, перемещу. Так, можно это сломать специально. Сами, то есть, ломаете. Сами потом строите. Да, блин. Так, ну как-то так. А теперь нам нужно будет найти железо. Уже следующая ночь, да, 13 дней прошло. Не забывайте про аптечку. Далеко не стоит уходить от базы. Мы сейчас посмотрим, как они вообще идут. Монстры, откуда они пойдут, чтобы можно было сейчас сбежать. Давайте сохранимся. Так, окей, сохранились. Полдня, да? Полдня прошло. Я не нашел железа. О, вот. Отлично, железо. Телепорта жалко нету. Нам надо много-много-много железа. Сейчас соберем и я на базу приду.
Так, ребят, ну что ж, я собрал железо, давайте сейчас спустимся. Ух ты ж! Вот это меня немножко раздражает, конечно. Так, надо убрать все лишнее. Уже сейчас ночь будет. Платформу убираем. Так, идем сюда. Это очень важно. Так, 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 так. Что нам надо? Вот это. Раз, два, три, четыре. Сколько? Сколько у меня? Да блин. 8 турелек, да? Сейчас прицепим их. Раз, два, два. Три, четыре. И с той стороны тоже нам надо прицепить. Остальное нам надо все убрать. Раз, два, три, четыре. Ух ты, не знаю, переживем мы или нет. Так, давайте сохранимся. А, подожди, сколько надо? Еще железо нам надо, блин. Я бы хотел еще вот это построить. Лечилку, хилку. Все, ребят, начинается ночь. 13-я ночь. Ну, база более-менее стрельца нормальная у меня. Если что, мы можем выбраться, да? Сделаем себе ход отступления. Знаете, они не достают. Ух ты. Они очень легко, быстро разбирают их. Нам надо собирать. Собираем алюминий. Все просто разобрали, офигеть, по частям. Тут проще от них все равно отбиваться. Смотрите, что делают. Сколько прошло? Полдня. Я не успеваю делать. Так. Идем сюда. Что мы можем сделать? А нифига мы не можем делать. Можно только перебрать. Отбиваюсь как могу, ребята, офигеть. У меня слабые турельки, очень слабые. А, ну вроде пережили, да? Почти что. Жалко, хилов нету. Слушай, ну база помогает, да, намного проще пережить. Все, мы это сделали. Я думаю, теперь пойдем за алюминием. За алюминием мы нифига не сможем. По крайней мере, пережить можно. Пережить уже можно, это уже хорошо. Так, что делать вот с теми нижними, я не знаю. Надеюсь, они уйдут. О, нифига себе. Так, упрыгиваем отсюда. Фу, пережили, отлично. Так, теперь я спускаюсь за алюминием, ребят. Это, наверное, туда вниз спустимся. Ух ты, нифига себе, как их много. Помимо того, что прошел день, они еще на меня пытаются напасть. Пытаются добить меня. Мне это более мощное оружие. Это, ребят, нелегко тут выживать. Уж поверьте мне. Так, смотрим, все собрали. А, нам надо вниз спуститься. Там, по-моему, был алюминий. Мне срочно нужен алюминий. Причем очень много. А, алюминий и железо. Нам надо все добывать. И алюминий, и железо.
Находите железо, алюминий, ребят, все собирайте. Я пока что подсобираю и покажу вам следующую ночь. Переживу я ее или нет. Так, там, по-моему, уголь, да? Если туда пойти. Жаль, залежи угля. Я думаю, уголь нам тоже пригодится. Собираем, нам нужны все ресурсы. Да, сложно теперь от них будет отбиваться. Я думаю, мы отобьемся. Старайтесь экономить время, ребята, потому что будет очень сложно. Так. Отлично. Я думаю, уголь нам пригодится, да? Нам все-таки надо железо и алюминий. Так, находите железо, алюминий, собирайте. Отлично. Еще нам надо наверх как-то успеть подняться. А, там немножко оставил. Тут тоже железо. Железо дофига, вот алюминий нифига. Так, хотя бы железо добудем. Что ты будешь делать? Какой проворный. Так, как далеко мне надо спуститься? Сколько у меня... Блин, не то жму. Сколько у меня угля? 104 угля. Уголь нам тоже, я думаю, пригодится. Окей, отлично, я пока пособираю. О, ребят, я далеко сильно спустился. Очень далеко. Я думаю, мы не найдем, не успеем найти алюминий. Нам надо будет еще выбраться отсюда. Это надо тоже учитывать. Почему одно железо? Ну что такое? Это тоже железо, да? Тут одно железо. Так, хочется немножко вниз спуститься. Может, там какие-нибудь залежи, что ли, есть. Не могу найти, не могу. Ладно, ребят, выхожу, все. Пора выходить. Сейчас тут немножко соберем. Если я не выйду, то будет сложно выживать уже отсюда. Давай, дособирай. Все, ребят, выходим. Так, нам нужно тропинку построить. Да вы видите, что творится? Да вали ты нафиг! Смотри, сколько у меня хп отнял. Офигеть какой-то. Факт, что я сейчас выйду отсюда. Нет, на поверхность. А тут много железа. Успею, нет. Жесть. Тут много ресурсов, много железа, это хорошо. А вот с алюминием пока что проблем. Пока не нашел я залежи. Если бы я нашел, было бы проще. Мы бы с вами крутые турельки сделали и победили бы тогда. Так. Лучшее средство это прямиком наверх. Просто прямо-прямо прыгать. Все, мы выбрались, кажется. Отлично, ребят. Сейчас быстренько базу подготовим. Быстрее идем сюда. Да, ребят, у нас проблемы. У нас не хватило немножко. Можем, конечно, поставить так-так. Так-так, допустим. А, нужно будет чинилку поставить. Так, нам нужно, знаете, что? Раз, два, три. Давайте вот так три поставим.
Так, это возьмем, допустим, куда-нибудь сюда поставим. Она должна всех охватывать. Так, она всех охватывает. Да, вот так поставим. Пускай чинит. Эту сторону, по крайней мере, защищена более или менее. Все, ребят, ночь. Ну что, готовы пережить 14 день? Так, у нас тут неплохая оборона. Она что, стены тоже наши чинит? Было бы прикольно. Нам бы хилок побольше поставить. Больше я хилок, к сожалению, не могу сделать. Нам не хватает регенерирующая железа пирани. Вот что нам не хватает. Ну что ж, более-менее, я думаю, это нам поможет. Так, отвлекаем на себя урон. Так, там хилят, там хилят. Блин, он сейчас съест. Ну что делает? Разобрал просто. Прошлую ночь мы так продержались. Надеюсь, это тоже продержимся. Так, собаки прыгают. Так, давайте заберем лучше с собой. Сюда поставим. Так, мы можем брать, да, и снова ставить. Блин, в другую сторону смотрит. Так, вот так поставим. Они все разобрали, офигеть. Как долго я могу отбиваться так еще? Так, ну неплохо, больше хилок, и в принципе, я думаю, мы будем справляться. Эти, в принципе, мне помогают. Эти турельки получше, вот которые я на бока ставил, они не очень хорошие турельки. Эти, по крайней мере, не дают им добраться. Я думаю, вот этих надо больше ставить. Я хочу прям... Если мы в ряд их заставим, то нам будет проще уже. Ох, нифига себе, как, сколько много. Неожиданно. 15-й день. Офигеть. Вот эти, правда, твари очень опасные. Все аккуратными. Вау-вау-вау. Смотрите, они сейчас за мной пошли. Офигеть, сколько же их много. Может, они куда-нибудь испарятся и исчезнут? Так, сколько мы собрали кристаллов? Кристаллов у нас вообще нету. Смотрите, главное, идут же за мной. Давайте я сохранюсь. Ну, ребят, примерно вот такая вот оборона. Мы, по крайней мере, можем от них, сможем обороняться. Может быть, я вне серии поищу алюминий, и тогда потом продолжим. Если ты хочешь больше серий по Дикордай, обязательно ставь палец вверх, подписывайся на канал, будет обязательно больше серий. А мне нужны твои локосы. Больше лайков, больше серий. Так, обязательно я разобьюсь, и нам будет проще выживать. Вау, я чуть не потонул. Так, кристаллы нам нужны. Без кристаллов мы с вами не сможем создать турельки. И кораллы нужно внизу вот эти собирать. Именно вот эти большие кораллы. Ладно, ребят, давайте на этом попрощаюсь. С вами был Дредди. Всем до скорого. Пока-пока. Играйте в хорошие игры. Не забывайте меня. Заглядывайте на канал. Буду вам рад. Всем до скорого. Пока-пока.